Приветище, это Bonfinders, и мы продолжаем. Бежим к компьютеру, сразу читаем письмо, которое нам сегодня пришло. Пришло оно от Стив Грея. Еще раз спасибо за спасение. Можешь принести мне бутылочку галактического самогона. После улучшения грузовика с этим не должно быть проблем. После того, как достанешь ее, отправь мне, лады? Хочу туда кое-чего добавить, перед тем, как мы доставим Бобби Грею. Ну ладно. Миссия Луна. Ух ты, это я что, на Луну сейчас отправлюсь? Принять заказ. Амбар. Ты посмотри, мы на Луну отправляемся. То есть он имел в виду про улучшение грузовика, что мы поставили на них ракетные носители и сейчас полетим в космос. Сколько топлива это будет нам стоить? Ноль топлива! Вот это да! НАСА спонсирует нас! Погнали! Луна, добро пожаловать на темную сторону. Ох ты, сразу сирена. Типа проникновение. У меня только один единственный вопрос. Что курил автор? Божечки, это же невероятно гениально. Стив Грей. Защита все еще работает. Да я понял, давай отключим. Найдите переключатель, чтобы ее отключить. Да вот же, наверное. А, нет рычага. Точнее, он тут есть, но я не могу нажать. Ужасный звук. Переключатель, переключатель, где же ты можешь быть спрятан? О, знаешь что? Давай купим вот эту штуку. Мика-куриный сонар. Ищет ближайшие предметы, идеально для ленивых искателей. Сараев. То, что нужно, покупаем. Сейчас затестим. Так, сонар, врубаем тебя. О, тут и туториал есть, как использовать эту штуку. Используйте чикен сонар, чтобы искать предметы, которые трудно найти. Удерживайте кнопку основного действия, чтобы зарядить сонар. Отпустите, чтобы активировать. Сонар показывает, как далеко вы находитесь от ближайшего объекта в радиусе действия. Отлично, я все понял. Так, нажимаем. А, зажимать надо. Ой-ой-ой, как его колбасит. Это ты каску показал, да? Хорошо. Он подсвечивает, что ли? Горячий. Это значит, предмет где-то рядом. Где-то здесь. А, ну вот, конечно же. Тьфу ты, ну ты. Вот, нужно было просто по этому красному кабелю вот так вот пройтись. И вон он, рубильник. Сейчас попробуем отрубить. Вначале так, потом на тачку. И до контроллера. Все. Ага, добро пожаловать на лунную станцию Мика, нам сказали. Шикарно. Я тут разворотил все, смотри, сколько мусора. Собирать я это все не буду, естественно, потому что у меня и так навалом этого добра. Я не знаю, куда это даже толкать. Короче, что дальше-то делать? Должен быть способ использовать воздушный тоннель. А он не активирован, что ли? Ага, он не активирован. А, так вот для чего этот рубильник, подожди. Во! Вот тебе зеленая стрелочка. Все, погнали наверх. Уху, прикольно. Вау. Вау-вау-вау, как тут классно-то у вас, а? О, костюмчик, смотри. Надо его как-то разблокировать и забрать отсюда. Так-так-так, шкафчики откроем. Ух ты, ключики. От чего это, интересно? Бак луча смерти. Забираем. Тут больше ничего нету. Вроде бы все. Пошли в другую комнату. Значит, заходим внутрь этого контейнера. Пофиг, какой здоровенный. А тут вовсе как бы и не контейнер, это забегаловка, кафешечка. Тут инопланетные чудики пьют свой самогон и другую отраву. Ну-ка, пройти можно? Можно. Такое ощущение, что я приехал сюда наводить порядок. Собирай какой-то мусор. Вот серьезно. Вот, кстати, рубильничек. Дергаем его. Это рубильник от желтого проводка. О, можно забрать плиту. Блин, я думал, у инопланетян плита какая-нибудь понавороченнее. А они нашими технологиями пользуются. О, лентяи, алкаши. Пойдем посмотрим, что нам там открылось.
Во, наконец-то я могу забрать костюм. Хотя я в нем сюда прилетел, как бы зачем его собирать? Ух ты, нифига себе, камер-то сколько. Сюда карточку надо воткнуть. Постер заберем. Тут какие-то бумаги. А, это фотки. Вот и карточка, пожалуйста. Давай его откнем. Что произойдет? На кнопку могу нажать? Тут и нет кнопки-то. Зачем я эту карточку вставил? Что-то я, короче, разблокировал. Дай идей каких-нибудь. Мы можем гнать здесь самогон. Ну это чудно, конечно. Но где именно? Я чую водяной насос и станцию ингредиентов. Где он? Давай попробуем найти эти места. Слышь, это же твой дом, по большому счету. Че тут искать-то? Показал бы пальцем, где и все. Короче, я так полагаю, что нам нужно просто подняться выше, вон туда. В ту сферу. Погнали. Подожди. Нам наверх, пожалуйста. Let's go. Оп. Блин, прикольно, какая труба. Так, наверное, это то же самое. Это что ж такое-то? Тяжело как... Вот так вот. Это... VIP rooms. О, VIP-комната. Чудно. Я уверен, что мы тут что-нибудь найдем дельное. Сюда можно войти, конечно. Ух ты, вот это молочный океан называется статуя. Интересно, тут что? Господи, зачем я тебя включил? Тут есть две двери, одна туалет, а другая кабинет. Пойдем в туалет, посмотрим, что есть. Мусор. О, в кои-то веки могу унитаз стырить. Слава богу, у меня теперь будет нормальный унитаз. Ух ты, ванна-то какая, жалко ее с собой взять нельзя. Мыло нельзя стащить, тут ничего нельзя стащить. Полотенчика? Нет. Корзинку только сломать. Эх, разбились мои мечты о красивой ванной. Цветочек можно стырить. Тут что у нас, книжки какие-то. Как бы тумбочки вроде открываются, но не открывается. В шкафу есть костюм какой-нибудь? Ух ты. А, это дверь была. Дверь от ванной комнаты. Подушка заплесневелая. Алюминиевые банки. В коробке что-нибудь есть? Нет, ничего нет. Тут ничего переключить нельзя. Кровать от Мика. Хотел бы посмотреть на этого Мика. Скорее всего, это инопланетянин. Главарь какой-нибудь. Ух ты, смотри, комната блогера, типа. Крутой ноут забираем. Че, тут, походу, все, идем в следующий кабинет. Смотри, инопланетянам вход воспрещен. Нужно открывать отмычками. И что ж нас тут ждет? А здесь самогонный аппарат, пожалуйста. А, ты уже тут, да? Ну что скажешь? Если мы выровняем напор, вода снова потечет. Ага. Выровнять напор. Окей. Рубильник 1, 2, 3, 4, 5. Допустим, я его опущу. И что будет? Зеленым загорелся. А, о. Кажется, я все сделал. А теперь найдем станцию ингредиентов. Прикинь, я даже не заморачивался. Просто наугад тыкал. Обалдеть. О-о-о! Спусковой крючок. Адский дождь. Ништяк. Ствол нашли. Не, ну это, конечно, дичь. Создать на Луне базу, чтобы гнать тут самогон. Как будто на Земле не гналось. Тут все закончили, пошли искать ингредиенты. Скорее всего, это вот эта комната, но подожди. Тут есть мусор. Я же мусорный барон, типа. Ага, последняя дверка. Ингредиентики. Бир. Тут есть бир. Откроем холодос. И вправду есть бир, только он открытый весь. Выпитый уже давным-давно. Старенькие бутылочки. Музло какое. Да, качает. Забираем телек. Что-нибудь тут есть? Пернул, как обычно, как присел. В шкафу у нас ничего. Никаких солидных костюмов. Тут тоже пусто. Да уж. Кстати, ты слышишь, телек мы сперли, а музло играет. Где? А, вон там, смотри. Там огромная колонка, возле которой трутся инопланетяне и танцуют под музло. Жесть. Может, там самогончик есть, а? Мне же надо бутылку самогона спереть. Здесь я закончил, пошли дальше. Ингредиенты, где же их можно найти? Мы можем подняться еще выше? А куда? Здесь нельзя. А, вот, тут есть еще одна труба. Шикарно. Либо вниз, либо наверх. Нам наверх, пожалуйста. Опачки. Мико Гарден. Я слышу туалетную бумагу золотую. Welcome, Garden. Короче, здесь по-любому должны быть ингредиенты где-то. Это что такое? Священник Джаяна. Типа кубик-рубик для инопланетян. На-на-на. О! Покопать можно, неужто ли? Зайчика выкопал.
Сундук мертвеца пустой. Не, ну тут, конечно, красиво, красиво. Зона отдыха. Сидишь, смотришь на луну. А где земля, кстати? Я землю не вижу. Я потерялся. Я А, вот она, такая здоровая, огромная. Смотри, у них тут даже искусственный снег есть. Тут, короче, круг сезонов. Вот смотри, осень. Тут зима. Там весна и лето. Ясно. Тут можно тоже выкопать что-то. Игрушечка. А вон и туалетная бумага на самом верху. Значит, запрыгиваем так. Сюда. Потом сюда. Меняемся местами, давай, коробочка. Запрыгиваем на нее. И теперь сюда. Да! Еще одна золотая бумажка в моей коллекции. Шикарно. Ну, теперь можно отсюда валить. Спускаемся вниз. Пожалуй. Вниз и только вниз. Ура, мы спустились. Грей, здорово. О, так это же комната с ингредиентами, да? Найдите ингредиент и положите его в правильную машину. Вообще неплохо. Три из них должны сработать. Угу. Короче, теперь я ищу и самогончик. Ладно, будем гнать самогон. Как учил нас Билли. Раз машинка... Ты что-то можно открыть? А, вот, смотри, вот сюда надо что-то положить, вон цель. Давай попробуем. Бочка не нужна, нам нужны вот эти вот мешки. Чё в мешках? В мешках у нас корн. Кукуруза. Закидываем, значит, сюда. Не, неправильно. Неправильно кинули. Тогда... А, вот тут написано, смотри. Баррелей сюда нужно. Сюда рей. А сюда корн. Вот. Все закидываем. Теперь баррелей. Где это у нас такое? Вот. Вот она, баррелей. Это типа пшено. Опа. И последнее у нас, это семечко, вот это что это? Вот, я не знаю, что это. Типа хмель, что ли? Хотя не хмель. Хмель для пива нужен. Вот так вот. Промахнулся. Оп, еще разок. Готово. А сколько всего-то надо закидывать? Короче, по всей видимости, надо закидывать до тех пор, пока здесь не будет зеленого огонька. О, наконец-то. Мне нужен самогон. Вот прямо сейчас. Подожди, мы же еще не все сготовили. Нам еще нужно закинуть пару мешочечков. Все, осталась последняя кукуруза. И все должно заработать. Отлично. За углом тебя ждет самогон. А, вот смотри, вот эта зона открылась. Нам сюда нужно. Муншайн. Ну пойдем. Ох ты ж, нифига себе, прикольно. Используйте эту панель, чтобы изготовить галактический самогон. Да не вопрос. Нажимаем кнопочку вот так вот. Где самогон? Он готовится, нет? Что-то, походу, я не все нажал. А, вот, смотри. Опс. Что-то я, походу, не то нажал. Так, хорошо, нажимаем еще разок. Короче, теперь я должен замешивать кукурузу, ячмень и какую-то вот эту рей. Что это такое, я не знаю. Вон, самогон внизу нас, смотри. Интересно, можно туда упасть? Ладно, долой плохие мысли, давай нажимать, значит. Что насчет барлей, потом рей? Оп. Корн. Есть корн. Рей, есть рей. И барли, пожалуйста. Error. Sequence reset. Блин, ошибка. Как такое возможно? У вас какие-то глупые технологии. Я все делал как надо. Error. Sequence reset. Ладно, попробуем еще разок. Старт. Короче, я так понял, нам нужно засыпать все эти ингредиенты, пока стрелочка в зеленой зоне. Есть у меня, короче, идейка. Мы можем вот этим рубильником еще что-то делать. Может быть, когда она поднимается до оранжевой зоны, мне этот рубильник нужно опустить? Так. Хорошо, давай попробуем. Нажимаем. Стартуем. Добанная головоломка. Все же должно быть просто. Это же инопланетяне. Алкаши. Барли, пожалуйста. Нажимаем вниз. И рей. Точно! Все так, как я и думал. Барли, пожалуйста. И рай. Вниз. Нифига себе, сколько тут жать-то надо. Вверх. Вот это я варю да кварю самогон, просто мешая ингредиенты. Корн. Еще корн. Может, хорош? Оп, красная зона. Рей. Неужели все? Я сварил самогон. Ёк-макарёк. Стив Грей, отличная работа, теперь мы можем вернуться домой.
Подожди, мне надо самогон забрать. 850 баксов стоит самогончик, круто. Можно что-нибудь взять, стащить? Искомые предметы найдены. Это, конечно, круто. Больше ничего я тут не могу сделать. Могу вылезти сюда. Тут тоже ничего нету. Давай достанем наш чикен-локатор. Ничего нету, холодно. Нам осталось буквально чуть-чуть предметов найти. Опа, где-то здесь. А, кресло забыл, смотри-ка. Короче, в топку найти искомые вещи. Я думал, пора отправляться на землю. Буквально один-два предмета мы не нашли. Сейчас узнаем, сколько мы не нашли. Да, один предмет мы все не нашли, и коллекционный предмет один не нашли. Но не беда, переживем. Погнали домой. Снова ночь. Только в этот раз мы прилетели с Луны. Тачка у нас снова обычная, ракет нету. Инопланетяне, видимо, все сняли, засранцы. Дядь Билли, выгружайся. Ну чё, это было интересно, мы побывали на Луне, сварили самогон. Кстати, надо, подожди, надо бы отправить самогон почтой. Сейчас. Запаковать и отправить. Писем больше нет. Пойдем. А, нет, есть. Но они как бы не дошли еще, интернет, видимо, отрубили. Пойдем поспим. С добрым утречком. Сразу бежим к компьютеру, интернет подключили, письмо должно было прийти. Ну-ка, ну-ка. Непрочитанное, снова от Стива Грея. Привет. Мне нужно пространственное устройство, чтобы вернуться домой. Пока ты ищешь Бобби, можешь мне одно такое выслать. Я буду заниматься перевозом галактического самогона, когда ты прибудешь в точку назначения. Ох ты ж, нифига себе. Пространственное устройство. Это же инопланетные какие-то технологии. Ладно, принимаем заказ, видимо. Мне больше делать нечего, и куда мне придется ехать? Вот сюда. Древяной амбар. 9 канистр нужно, чтобы туда уехать, и 450 баксов. А еще и в кармане надо иметь больше 10 тысяч, чтобы выкупить этот амбар. В общем, в следующей серии мы отправимся туда. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай подписываться, если ты еще не подписан, и оставлять свой царский лайк под этим видео. Пока. Увидимся в следующем видео.